Лучшие стилисты, фитнес-тренеры, автомеханики и рестораторы. В Первоуральске идет прием заявок на ежегодный конкурс для предпринимателей под названием «Первый». Он является частью фестиваля «День красоты и гостеприимства». Поучаствовать в конкурсе могут представители предприятий и индивидуальные предприниматели, работающие в индустрии красоты, гостеприимства, обслуживания, общественного питания и развлечений. Конкурс проходит в 7 номинациях: лучший салон красоты, фитнес-центр, учреждение общественного питания, база отдыха, развлечения для детей, активный отдых и лучший автосервис, либо лучшая автомойка. Каждый конкурсант представит свой бизнес на площадке фестиваля, после чего путем онлайн-голосования первоуральцы выберут лучших, а в заключительном этапе экспертная комиссия оценит финалистов конкурса и выявит победителей. Участники будут бороться за главный приз – рекламу. 30 дней ролик победителя будет размещаться на экране возле инновационного культурного центра и в кинозале ИКЦ. Свой приз подготовила и телекомпания «Первоуральск», являясь партнером конкурса. Победитель получит рекламное время в эфире, а все участники – скидку в 50% на размещение рекламы. Напомню, прием заявок открыт до 27 апреля. Зарегистрироваться можно в сообществе ИКЦ во ВКонтакте.